Ребят, помните, у нас была рубрика «Выживание на одном блоке». Она была ультра популярная. Посмотрите, сейчас вот появится на экране видяшки, где вообще капец сколько просмотров. Мы 11 миллионов, прикинь. Да, ребят, прикиньте, целых 11 миллионов. Вам эта рубрика нравилась? Да. Мы запускаем новую. Новую, смотрите. Еще не простую, а золотую. Смотрите, у нас есть Sims-значки. Это Sims выживания. То есть, смотрите, у нас есть параметры. Нужно жрать, спать, ходить в туалет, мыться. То есть, прикиньте. Плюс тут установлено более 100 различных модов. Например, смотрите, я сейчас продемонстрирую. Ма, берем огниво, берем динамит и смотри. Так. Пу! Я кидаю. Пу! Да ладно, это как настоящая бомбочка. Прикиньте, для ванны. Да, бомбочка для... И тут еще более 30 разных модов. Смотрите, есть амулеты, ожерелье, еще всякая штука. Майте, потом покажу. В общем, мы сейчас будем прокачиваться. Мы просто в океане. Знаете, как в Карибском море, где я, короче, был. И кто не смотрел пост на ютюбе, смотрите, и в инстаграмчике. И скоро выйдет влог еще под Новый год. О, ребят, чего вас только не ждет. Короче, давайте смотрите и напишите комментусик, он у нас интересный. Да, знаете, комментик. А какой комментик у нас? Короче, ребят, ответьте, какая ваша любимая игра? Да, давайте, пишите, ваша игра. Знаете, я какая чисто моя Рама 2 вандала. И масса... любимая игра? Нет, Ма, это я, смотрите, я чисто такой, Рама 2 вандала, мой здоровяк такой. А Ма, короче, вот такая чисто няшечка, стесняшечка. Няшечка, поняшечка, смотрите, мой милый купальничек вообще кайфушный. Смотрите, сделали, я еще сделал тематические купальники, знаете, у Мати фиолетовый, у меня он слева синий, справа красный, так я выгляжу опасный. Так, ну чё, Ма, копай? А, и лайк там, быстрее, друзья, еще пока Ма копает, быстрее, больше лайков. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Да, мы пока копаем. Ма, давай. Слушай, мне надо быстрее накопать, потому что я уже пупу хочу, я не могу находить. Ма, сколько у тебя процентов до туалета? 35. 35, а у меня 55. Ма, получается, сейчас кекнешь. Потому что я девочка и нервничаю. Прикиньте, короче, серия насколько угарная, друзья. Просто вы думаете, Ма будет кекать каждые просто 5 минут. Да хватит, блин, 30%, капец. Ма, получается. Так, давай, давай, отстраивай, что ты стоишь, блин. Ладно, все строим. Мне надо сделать куст. О, нет, блин, их нельзя. Ма, получается, прям в океан. Слушай, о, на сундук попался, отлично. О, нифига. Из захапывай доски, я сделаю из них. Ма, смотри, аксессуар, аксессуар, Ма, смотри, подушка-пердушка. Вот, надо прям так. Давай, называть. Отстраивай подушку-пердушку. Ой, Ма, слышала? Чё? Пернул, что ли? Археолог-любитель найти артефакт. Ма, получается, археолог-любитель. Ма... Строй в эту сторону. Я здесь туалет сейчас построю. Чтоб нам дыло ходить куда. Ма, ну ты, конечно... Смотрите. Не бузи мне тут, молчи. Ма, смотрите, в первую очередь. Что строят на острове в первую очередь? Блоков не хватит. А, 20%, ребят! Друзья, что в первую очередь? Знаете, все строят там дома, выживание. Ма строит туалет. Отойди, не мешай. А как это делать? У нас есть бумага. Мам, мы на ней обитаем в острове. Капец, прикиньте, мама попадет. Сейчас вообще там ржака, короче. Прикиньте, ой, у меня же топор есть, господи, что я делаю? Прикиньте, мама попадает на необитаемый остров и такая подбегает к обезьянам на дереве. Ребята, у вас есть бумага, короче. Так, тихо, не смешно. Ма, сколько процентов? 15! Отлично, сейчас Ма, короче. Смотрите, жалко не видно параметры Ма, но видно. Вот у меня, кстати, гигиена 100%, то есть я мочистый, есть что не хочу. Мочит за тыкву. Я тоже. Блин, ну что это такое? А как в туалет сходить? Ма, сколько процентов? 10. Отойди, смотри, как в туалет сходить. Да чё ты? Ты копай, чё ты стоишь? Ты тут не копаешь ничего. Ма, давай, смотри. Ма чисто орёт, короче. 5%, как в туалет сходить? Ма, сейчас сходишь. Уйди. Отойди. Ма, сколько... В натуре, не стыдно мальчика? Крыш отсюда. Ма там вообще. Сколько процентов? Иди копай пока что, сейчас. Сейчас мои 5% закончатся, погоди. Я настраиваюсь. О, ой, фу, я отравилась. Ма, сколько процентов? 100. Ой, гигиена нас... А
Че гигиена-то такая? Можеви, сейчас это рифнешься. Один про... Ого. Мап, получается... Получается мапкик. Че, в натуре? Ну да. Это надо было на кнопку нажимать какую-то? Ма, короче, нам нужно железное ведро. Мы можем ходить только в ведро. Или унитаз. Фу, а это была черная гигиена, на нос стала. Что ты ржешь, не смешно. Мама. Мне тут это, поплаваю, сейчас всплывет все походу. Ма, давай, короче. Копай, что давай, уже ночь, уже давай. Все, ма, давай. Прикол, вот это вообще прикол. Ма, надо, мы короче. Мы спать хотим, а как мы спать-то будем? Ма, ну надо быстрее тогда. А сколько у тебя до сна? 35. А у меня 85. Это потому что я работала, а кое-кто стоял и сжал. Ма, давай, работай. Давай, все, силы теперь распределяются ровно. Если я буду работать, у меня фантом прилетит. Ма, какой фантом. Ма, надо какой сундук. О, курица. Арбузик. Ма, ищи. О, сундук, ну-ка сейчас. О, так. О, берем. Стой, слитки железные. Отлично, мои шерсти. О, так, все, сейчас крафчу. Так, у нас есть верстачело. Так. Отлично, давай сделай кровать и ведро, пожалуйста, сделай. О, кроваточка. Я пока бы плаваю. Мачется, да. Почищу свою шкурку, бедную. Бедная мама, прикиньте, это не смешно, это вообще не весело, если чё. Вай, я не буду это комментировать, но буду. Мне еще ломтик арбуза попался, но я хотя бы поела. Так, куда кровати? Давай чуть-чуть вот сюда прокопаем, вот сюда и так, ну-ка. Построим, да. Оп. Здесь у нас будет спальня. О, ты какая. Там туалет, да? Ну подальше, смотри, прямо смотри. Вот здесь вот так. Во-во-во-во-во, сейчас вот сюда, вот. Блин, а зачем так? Можно было стенки сделать, вот там. Так, и теперь ставим раз кровать, два кровать. Ма, ну че? Так, ма, подожди-ка, сейчас. Так, вот так. Ма, смотри на меня, смотри, ма. Шо? На, ма, попей. Что ты там мне дал? Ма, я в танец. Что ты ведёшь, что ли? Ма, угар, нет. Всё, я спать легла. Ма, давай всё спокойно. Всё, спим на необитаемых островах, прикинь. Ма, спи, ма, спи колыбель, да? Всё, о, поздно для колыбели. О, ма, 100% вообще стало всё. Давай, ма, копай. А у меня сон 5%. Ма, значит, ты не поспала, что ли, типа? Не знаю, походу. Что за фигня? Ма, что-то там выкинула. Взяла, что-то выкинула. Перо. А почему я не поспала-то? Не знаю. Капец, у меня что, всю ночь была бессонница? Ма, получается, не спала, короче. У меня ноль. У меня ноль. Сна. Что делать? Ну, реально ноль? Че ты? Знаешь, что случилось? Вокруг все стало темно. У меня наложилась слепота и медлительность. Офигеть, короче. Так, а мне что-то выпало, какой-то... Хрюндель, ломай его. Мана, надо было его приручить. Да зачем у нас, нам еда нужна. И печка. А, я понял, давай в следующий раз я первый лягу спать, а потом ты, короче. Ладно, о, жуки, мам, мы можем жуков есть, ну-ка сейчас съем. Ма, смотри, жук, ма, смотри. Ну а мы сейчас на острове будем питаться жуками, о. Забираем. Ты что ты все забираешь? Ну-ка, поставь сундук. Сейчас. Давай, вырубил этот сундук, ну-ка. О. Так, ма, смотри, сейчас съем жука, ма, смотри. Внимание, друзья, только ради вас, только сегодня, только сейчас, только... Ма, вкусный, между прочим. Складывайся, туда барахлишко. Ма, барахлишко, все туда. Так, земляные блоки мне понадобятся, чтобы строиться. Отлично, ма, давай копай, короче. Так, смотри, я туда положил подушку-пердышку. Фу, зачем? А ты куда она вообще-то? Ее нашел, что ли? В сундуке была, да. Прикол. Так. Вообще строим. Прикол. Ой, смотри, как мы уже расширились, нормально так. Все, остров у нас чисто. О, море, песок. О, жить хорошо. Мада, хорошо? Да. О,
голос с ведром под плечом. О, как горячо. О, куры, мани, не гаси. Мы будем разводить ферму курей. Ну куда нам все за курица у нас место? Ма, я ее, смотри, забрал. Ма, смотри, я ее несу. Ма, смотри. Ма, смотри, 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 ма, смотри на меня. Фу, ты че пукаешь-то? Ой, угар, смотри, смотри, сейчас, ну-ка. А ты че пукаешь? Фу, я сюда. А я, ма, ну тихо, у меня жизнь как-то отнимается. Ну так ты мне, может, поможешь в пердушках подать, ма, здорово. Вот, лишь за ма забираем. Вот, отнес. Ты мне помоги копать, что я какая-то. Я сейчас строю ферму, ма, я фермерка. У меня ноль энергии, ноль просто. Ма, просто зеро, да, я понял. Ма, угар нет, просто бессонница ма мучила, как, да? Угар нет. Конечно, блин, на острове в каком-то сидим, в какой-то землице, блин. Отстряпали тут чуть-чуть себе островка. Сейчас, ма, не горюй, сделаю. Что такое? Где? Непонятная фигня какая-то. Ой, мне выпал зеленый какой-то ядреный жук. Слушай, он выглядит не очень, знаешь ли. Не внушает недоверия. Смотри, он какой-то. Смотри, видишь? Сейчас, 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 я мазобор строю сейчас-то. О. Ну-ка давай. Маешь! Давай, ну-ка. О. Ну, нормально, на 10 поднял процент. Видала, маты. Я думала, честно говоря, им отравлюсь, потому что он зеленый. Ма, нормально. Так, есть земля, ма, земля, земля. Ну, ты, земли есть. Нету? Есть, давай. О, давай вот здесь. Блин, вот. Что ж ты, у меня слепота наложена, понимаешь? А-а-а. Я хожу, я вижу вдаль всего там, не знаю, пару блоков. Капец, вообще мне поспать. Сколько, блин, когда солнце-то? Блин, оно еще в зените только. О, ребят! Бедная просто ма, короче, просто насколько бедолага. Так, ладно, копаем. А гигиена как? 100? 50. Маша и потная, грязная, ну, короче. Потому что я здесь копаю, все, я буду чилить, давай сам копай. Ма, ну я строю, давай, короче, копаю, ма. Давай нас... я буду строить, сам копай. И вообще мне надо помыться. Вы знаете, ма, короче, это выступает. Чисто, ма, Марик поплавала и дальше, короче, копай. Сейчас, пока гигиена достанет, дойдет. Давай, давай. Так, вот, а как сделать... А, я все понял, как сделать калитку. О, все, калитка. Ма, у нас есть калитка, у нас есть все, ма. У нас есть все, о чем может только мечтать, ты понимаешь? Да, замечательно. Ма, у нас есть... В особенности я рада, что у нас уже есть ведро. Ма, вот видишь, как радуешься мелочам? Мне кажется, подписчики сейчас просто угорают. Просто угорают. Ма, как думаешь, угорают, нет? Что ты опять кровати сдвинул? Не хочу я с тобой спать, раздвинь кровати. Ма, что-то, смотрите, просто орёт. Ма просто злая просто. Ма, я не выспалась сегодня. Ма, о, вещи забираю. Забирай! Ма! Курму мохнатую. Ма, тихо, не гаси, так. Оп, все, поместил. Ма, просто, знаете, когда ма не выспится, она реально вот такая злюкина, собакина. Или, посмотрите, я такой весельчак. А я, ма... Заколебал, копай, помогай! Ма, помогаю, короче. Ма, я короче, это... Все, я устяль. У меня чисто ноль вообще по сну. Ма, что ты наверх смотришь? Копай, говорю, что стоишь? Ма, я иду. Давай, ма, все, все, все. Я короче, ма, тоже копатель. Отлично. Ма, я пока что переделываю на туалет. Ма, я устали. Копай теперь. Ты офигел, что ли, а? Ма, ну куда ты это бревно-то, вот. Сейчас все переделаем, сейчас доски сделаем. Ма, факел ставлю. Ма, я сейчас вообще загорать буду, чили чистого. На чили, на расслабоне. Чилить, копай, сейчас тебя все твои подписчики осудят, что я потею, а ты балдеешь. Ма, они там не осудят, они будут радоваться, что короче, Евген балдеет, а ма потеет. Они скажут, ты красава вообще. Чисто ма орёт, орёт. О, я сделала дом. О, ма, так дом или туалет? Туалет. Ну, это теперь туалет. Место, где можно уединиться, по крайней мере. О, ма, сейчас уединимся. А, у меня 100% не надо. Вот сон у меня уже, кстати, 50%. У меня ноль. Ма. Копай давай. Ма помогает. А ты кирку, что ли, сделала? Я тоже хочу сейчас.
А камень есть? Я не делала эту кирку. Она мне выпала в сундуке. А камень есть, короче? О, я себе сделал. Деревянная кирочка. Так, все, копаем. Нет, можно. Оп, оп. Нет, все еще не добрались. Прикинь, вообще офигеть. О, капец, сколько нам надо, интересно, копать до камня? Сейчас посмотрю, так. О, свинка забирает. Убирай ее отсюда, убирай. Так. Я еще спущу на стейки. Мане надо. Кстати, смотрите, у меня есть книжка о животных. Смотрите, вот и тут есть, мам, знал? Еще одна, на, можешь их разводить уже. О, все отлично, а семена будут, разведем, короче. А яблоки подсгодятся для этого дела? Яблоки? Блин, а что я не могу ее забрать-то? Прикинь, не могу поднять, что за фигня? Понятно. Ладно. Ой. Да фу, Жень, ну... Ману не чая. Ну и так тут снимся на маленьком островке, ты еще пердишь. Я еще... Так, смотри, тут медведь гризли мой есть вообще. Кукушка-подорожник. Кукушка-подорожника. Есть, короче, чего? Костяной змей, мат. Я книжку с мобами изучаю. Эндерград, короче. Акула-молот. Мат, тут акула еще есть. Одна свинья, так ее я замочу. Нет! Так, свинка, уходим. Ма тебя не любит. Где они там? Ма... Две свиньи, свиньи. Иди копай! Я устала. Сейчас, подожди, я книжку читаю. Майя читовод, короче. Нет, есть комодский варан, ма. Искаженная жаба, это ты, короче. Сейчас ты будешь искаженной жабой в натуре. Сейчас посмотри, сколько... Копай. О, мы 210 блоков прокопали, ма, отлично. Мамы молодцы. Ма, день чё подумай. Чё ты стал? Давай копай! Ай, ма, ну ёшкин, у меня жизнь-ка же. А чё с тобой не так? Ну ты же мою жизнь-ку видишь, ты топором вообще-то багасишь. А, о! Чё, а почему у тебя жизнь такая низкая? О, ма, у меня, короче, 100% стало. Ма, я нашел идеальное решение, как тебя это. Ма, может нет, тебе... Нет, нет, нет. Нет, ну ладно, короче. Куртина. Ма, ну я ее разводить какие-то хотел. Какие-то мощные топоры, это же просто каменный топор. 9 урона? Ма, вот именно, что 9 урона. Подожди, а как у тебя чё... каменный? Ты камень, что ли, добыла? У меня еще железный топор. О, вон еще тоже каменный в натуре есть. Офигеть. Так нам попадает в сундуках, блин, что ты не смотришь? О, все, мы копа... О, коровку забираем, ма, тихо, тихо, я ее забираю. Да, о. Там еще одна корова нужна. О, все, отлично. Пшено нужно, есть пшено? Mm-hmm. Ма, вообще что-то боевая, ма, что боевая такая? В смысле боевая? Я копаю, нам надо докопать до камня, чтобы делать уже камни, какие-то штучки. Ой, ма, смотри! Курица в маске! Где? Сейчас, 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 не заходи туда, сейчас. Вон, что? Вон она, вот, смотри, вот, вот она. В маске осьминога. Укор, да? Ты шо, кура? Путала что-то. Ма, это все, это будет священная кура, ма. А ты не делал ворота, чтобы нам... Ма, делал, выходи. Закрывай, закрывай, закрывай. Так, ну что? Ой, у нас, походу, ночь. Да, у нас скоро ночь. Скоро ночь, ма, давай, быстрее. Мне кажется, им очень тесно уже там. Ма, нормально. Они живут. О. Так, теперь ты ложись первый спать. Сейчас, 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 так. Оп. А, ма, ложись. О, маза ворчит, ворчит, а рядышком легла. Потому что у меня по нуле... Опять 5%. Ма, давай, короче, я тебе помогу. Помогаем, ма? Давай. Пам, пам, ого, пам. Блин, вещички мои рассыпали. Ма, ну зато 100%. Вот у нас такая небольшая фишка есть. Мы друг друга гасим, чтобы воскреситься и снова... Ма, я аж испугался. Это монстры, капец. Ма. Ма, смотри, что. Фу, это что за... Ма, я сходил. Ой, она, походу, ко дну пошла. А ма, говорят, не тонет, короче. Там, мне кажется, сейчас подписчики усыкаются просто. Ма, как считаешь? Мне кажется, блин, рубрика ты огонь, что, короче. Без ведра, что ли, теперь? Мам, получается, ты без ведра, а у меня-то есть. А, ну дальше, если что. Ма, ну ныряй, ныряй, короче. Ну-ка, а что под водой? Я не пойду на дно морское за каким-то ведром обоссанным. Ух ты, ма, что такое, говоришь, осуждаю на всякий случай. Ма, что ты сегодня вообще дерзкая, ма, что такое дерзкая, не высмотришь? Да потому что ты бегаешь по карте, ты даже не копаешь, помогай мне копать. Ма, в этом-то вся и соль. О, железный топор есть, прикинь, ма. Сюда, кстати, положить можно еду.
Здесь будет еда. Майя, я, короче, разводилова вот этих всяких буренок. Да, я знаю, что ты полная разводилова. Слышь. О, смотри, у нас две подушки-пердушки есть. Смотри, мы внизу положим. Ма, хочешь? Блин, сегодня в натуре, помогай мне, давай. Сёма, помогай, не урчи. Сейчас я уберу лишний барахло из рюкзака. Короче, друзья, смысл жизни, короче, чисто троллить Ма. Просто... О, свинью забирают. Пока ты тут стоял, я уже целый стак... О, смотри, Ма, король свиней! Это ж, по идее, я должен быть. Ма, посмотри. Король свиней, согласен. Ма, ну посмотри, как... Ма, красиво, между прочим. Ведёшься по-свински, по-свински. Ма, ну посмотри на свинью, смотри, какая она. Ма, ты видела вообще? Вижу я свинью. Офигеть. Сторонняя она. Ма, офигеть в короне. Так, подожди, как поставим. Так, так. О, копаем, О, деревце. Оп. Сейчас отстроим, короче, газон. Ма, отлично, сейчас ферму тут побольше. Я сейчас чисто еще одну ферму смастерю. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Ма, ну что? Нам пока что даже нечем кормить, у нас семян нету. Манецы. Как говорится. Так, вот так, 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 так. Фермочку, фермочка. О-о-о, море песок, ма. Так, ну мы пока только удлиняемся, но не уширяемся. Мама, тебя удлинить, нет? Ма, давай, короче. Оп. И тут надо калитоныч построить. Ма, калитоныч нужен. Строй, пожалуйста, блоки есть. О, будет темный калитоныч, чтобы видно было, чтобы Ма видела, короче. Калитоныч, блин. О, еще одна подушка. Уже 4 подушки-пердушки, Ма. Ма, хочешь одеть? Блин, я нечаянно за... Ма... Я пукаю, я пукаю. Ма, хорош. Ой, фу, ма, тухлыми беляшами завоняло. Отлично, шикарно. Теперь я могу жизнь бесить своими пуками. Ма просто тухлыми беляшами. О, свинью забираю. О, подожди, вау, смотри, с хот-догом. Офигеть, как... У нас будет, скорее всего, коллекция животных с разными шапками. А чё, офигенно, друзья. Оп, ух ты, смотри, вообще разные реально. Так, помогай. Майя, помогай. Сейчас опять бодрости на низах будет. Майя, я забираю коров. Нет, это мы пустим. Нет! О, тут еда. Еще одна подушка, мупердушка. Да сколько можно, они в каждый сундук это кладут. Ма, по-моему, отличный расклад. Так, я сейчас посмотрю на своих питомцев. Смотри, какие няшные-подяшные. Смотрите, друзья, это свинка, это овечья, это свинка, это коровка, а это Ма. Очень приятно. Смотрите. Так, ну все, короче. Просто эта мадама, мадемуазель, максимально недовольна, терпение у нее кончается. Ведро. Дай мне ведро, пожалуйста. Ма, ты мне чё? Я тебе топором убью, если не дашь мне ведро. Давай сюда. Сейчас, подожди, Ма, сейчас хожу так. Тут ты гонишь выливатель свое. Ма, выльешь? Сам. А вон же оно плавает, Ма, вон, подбирай иди. Ну, давай сам и подбирай. Ма, тебе же надо. Не смешно, давай серьезно, в натуре мне чисто ведро. Ты нифига не делаешь в этом выживании. Ты просто бегаешь и ничего не делаешь. Ма, я троллю, я веселю зрителей. Ма, все, давай, помогай копать, Ма, а ты за ведром поплыла. Не буду я с ним плавать. Ма, короче, максимальное недовольство пока. Ма. Блин, надо снять подушку. Да, о, тут уже листва пошла, это хорошо, это хорошо. Она у нас и была, если бы ты хоть немножко копал, видел, что там попадается. Так, выкладываем еду. Ма, что ты ворчишь в этой серии? Вообще ворчу не стал. Скажите же, да, друзья, что-то ворчит, ворчит, короче. Как использовать ведро? Ма, о, ты подобрала, что ли? Нет, без я палец. Выбрала новое из большого сундука. Как его использовать? Ма на П нажать. Ой, на R, английскую. Ну, в смысле это, ну ты поняла, да? А. Ну, Ма. Ну, как и наша русская R, только английская P. Нет, подожди. О, Мас, поздравляем! А ведро окрасилось. Пей. Ты что, офигела, что ли?
Это терапия тебе, чтобы мозги промыть. Ай, ма, это тебе. Смотрите, злый день. Терапия, просто, просто максимальный злый день. Ма, почему такой злый день, я не понимаю. Да где я злый день? Потому что я копаю, копаю одна. Все на своих плечах, мама, тащу, как всегда. Ма, давай, короче, работай, солнце еще высоко. Я тут строитель, ма, я тут, видишь, возвожу. Строю. Ну, как бы я тоже строю. Ма, не выпендряйся. О, маков. Ну, разводить. Рыбка, отлично. Блин, в каждый сундук кладут эти пердушки. Ма, отлично. Кстати, же. В маленький мы кладем еду, если что. Ма, клади в маленький еду. Офигеть, у нас уже ресурсов. Вообще офигеть много. Так, а сюда все остальное. Блин, а что у нас еда в этом лежит? Ма, перекладываю. Так, у нас есть сгустки слизи, огнита, ля-ля-ля. Ма, угадай, откуда у нас сгустки слизи? О, следующий! Ого. О, наконец-то, качнулись, блин, столько еды. Тихо, ма, подожди, ну их... Ну, подожди! Надо печку сделать. О, все, камень пошел, камень. Все, камень, шикарно, мы можем делать печку, ребят. Так, тут нужна кирка уже, кирка. И жарить, короче, будем просто вообще на изи, на расслабоне. Чисто у нас будут стейки. Слышите, друзья, мне прям нравится выживание, короче. О, нет. Опа. Стали попадаться злые мобы. На. О, учитывая выпало. О, что это? Коробочка какая-то. Она тут так и будет теперь лежать? Не знаю, ма. Ну что это похоже? Как под... О, я подобрал. И чё это? Сейчас. Это патроны, ма? По ходу дела мы можем найти еще и ружбайчку, что ли? Ружбайчку? Ма, ну... Давай до сундука докопаем. Давай, ма. О, корова, ма, мухомор, ма. На, забираю. Так, сейчас забираю. Так, это, кстати, очень ценное. Надо сделать каменную кирку, ребят. Это, кстати, очень ценное. Так, оп, о, все. Сейчас сделаю каменную кирку. Отлично, ма. Ма, что... Я сделала. Ма, кирку. Посмотри! Южный гладкий кит. Офигеть, он здоровый. Жирненький. Может, замочим его? Мяса много будет. Ма, ты посмотри, у него жизни сколько? 120. А, не, надо плывем назад. Плывем, ну-ка, я подплыву, посмотрю на него. Вау, ма, он гигантский. Киты же мирно, они не атакуют людей. Они жрут только маленьких рыб. Ма, ну я не маленькая они рыба. Они могут и тебя проглотить, в принципе. Моя акула. Вообще бессмертный. Моя акула, моя рама 2 вандала. Посты на меня вообще. Так ты, блин, рама, давай уже копай. Почему мать копает? Ма, потому что... Ма, ну потому что потому. Так, скоро, кстати, солнце садится. Отлично, все, сейчас как раз спать я хочу, 30% вот осталось. Вот, ты как будто бы блока не видишь. Ма, ну вообще, давай. А где кирка? Вот, ой. Я себе скрафтила каменную, ты тоже скрафтила. Давай, ты, короче, копай, я чисто дерево буду копать. Чисто такой с топориком встаю. Классно придумал, ма. Вот это, оп, да, помог. Да, тут дерево как бы попадается не так уж много, потому что это каменное. Все, солнце час. О, уголь. Уголь? Нормально, о, сундук. О, золотишко. Ого, пластинка, книга. Слушай, тут уже начало попадаться. О, нитки, кстати, мы можем сейчас Лук сможем сейчас крафтить. Я сейчас сделаю лук, короче. О. Ну, рыб гасить. Ма, ну что, был. Так, сейчас сделаем ниточки, о. Так. Ой, а как... А, я что-то... О, зомби! Опа! Май, давай. На, о. Слушай, я думаю, нам еще и мечи не мешало бы скрафтить. Ну, это правда. Так, сейчас лук. Как его? А, палки нужны. Ё-моё, я не так делала. Скажи лук. Ма, нет. Так, делаем... О. А, чё? А, блин, опять палки. Ма, капец вообще. Все, пошли спать. Сейчас. Ма, кто там... Я еще не могу пока, ничего. Кто-то в воду полощет, подожди. О, подожди. Лиза. Слышишь? Это зомби водный. Вот оно, мы из этого не можем спать. Сейчас я его загашу. Блин, еще и маленький зомби, фу, какой противный. О, сейчас я его загашу, так. Он залез, он тут наших этих кусает. Ай, капец. Помоги.
Сейчас, на ему сейчас. На. О, все, мы спать пошли. Надеюсь, он не заразил наш скот. Мы отлично все спим. Так, мой сон, я надеюсь, восстановится. 20%! Мы отлично! Это что, рандом или что, я не пойму? Ма, получается, ма, короче, знаете, плохо спит. Ма, почему ты плохо спишь? Не знаю, убирай свою корову. Ма, сейчас не трогай мою морку. Мурочка, ма, хорошая. Она, кстати, нам грибные, тушеные грибы да будет давать. О, забираем, забираем. Гори, зомби. А, я сейчас рассыплюсь, я сейчас рассыплюсь. Ма, ну и зато это исцелишь. У меня сердечко. Сейчас я помогаю, ма, тебе, так? О, ма, помог. Фу. Так, оп, забираем. Несем да, мурочку да красную. Ты покопаешь немножечко тут. Нам как бы еще чуть-чуть, и нам достаточно на сегодня. Ма! Блин, ну елки-палки, ребята. О, у тебя спал, золото было? 9 жизней, как у кошки. В смысле 9? Ма, ма, нет, у нас не 9 жизней, у нас тут вообще. О, какой таракан, я его сейчас съем. Ну-ка. О, вкусно, ма. Фу, когда ты его ел, он как будто бы, знаешь, из него что-то вытекало зеленое. Офигенно. Ма, ты знаешь, как последний герой? Последний герой! Бам-ба-бам, бам-ба-бам, бам-ба-бам. Остаться в живых. Ду-ду-дун, ду-ду-дун. Ма, давай. Ты ду-дун. Ма, неправда. У нас, ребят, булыжников всего 5. Мы не можем даже печку еще скрафтить. Офигеть, не можем, ма. Там же вроде 4 надо. А, нет, там по кругу она выкладывается. Блин. Ма, по кругу. Там, топор и... А где моя каменная кирка? Ой, жилет каменная. Ты что, я забрал, что ли? Ма, на, держи. О, Курякин тут плавает. Ты что здесь, отстал, что ли, от группы, как Маш, что ли? Давай, иди сюда. Опять зомби, да? Откуда их так много? О, забрал, забрал. А Курякин, ты знал, что маленький... А, нет, горит. Я думаю, маленький зомби не горит. Не-не-не, можно. На ему сейчас. На. Ох, ма, все отлично. Надо стрелы сделать. Арбузы, газ. Так, подожди, слушай, ну, по-моему, сейчас... Сейчас скоро будет апгрейд. О, палки плавают, что-то подберу. Вовсе все, ты... мы можем сделать печку. Да, так, все, давай. Печку? Ма, давай делай. Сейчас, смотри, какую красивую еще задевую печуню. Отлично, у нас теперь есть печка, поздравьте нас. Ура! Рыбу жарим. О. О, все, пошло. Вовсе, дорогие друзья, на такой ноте можно завершать. Ставьте лайк, если вам понравилось выживание. Пишите еще. Будем троллить ма, будем развиваться, будем копить животных. Ма, тут столько всего есть, ты офигеешь. Да? Мода. Короче, ладно, ребят, если вам тоже интересно, что будет дальше, пожалуйста. Прикинь, тут 100 модов. В этой серии было показано мода, ну, 3-4. А их тут 100, то есть там есть гамаки, всякие бронька, еда и всякие штуки, животные необычные, в общем, вообще капец. Ну, мы сокровища. Потом, кстати, еще и сокровища найдем. Короче, ребят, и в конце загасим Эндер Дракон. Также будет, знаете, сезон, как вот там было, сколько, 9 серий, по-моему, а, 12 серий было. Здесь где-то так же будет, если вы поддержите. Мы загасим у того кита, смотрите, вон плавает, вон, южный глаз. Еще один вон там. Офигеть, 2 кита, прямо по курсу 2 кита. В общем, салаги, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, свистать всех наверх и поднять паруса. Всем пока. Все, всем пока. А там крипер плавает. Ма, в натуре. Офигеть, ма, я в шоке просто, я в шоке. Ма, ну крутое выживание, мне нравится.